Дедушка соорудил печурку, вывел трубу, а у многих этого не было, форточку. Торф был, торф носили. Печка отапливалась у нас большая, морозовская. Вот она спасала людей от холода. Ну уж от голода кто как мог. И на элеватор ездили за пшеницей, он горел весь. И многие не вернулись оттуда. Кто возвращался, но большинство не вернулись, потому что там все время шли бои. Там был артиллерийский обстрел. Ну вот мы сидели, а 7 ноября, когда был праздник октябрьский, немцы вот здесь вот ходили и говорили: «Все, Сталин капут, Москва капут!» А у кого-то был маленький приемничек. И вдруг услышали по приемничку, что в Москве на Красной площади идет парад, и выступает Сталин. И вот его слова: «Мы победим, победа будет за нами».